Спаси меня, я перестану пить, курить, блудить. Буду служить тебе. Только он это успел сказать, зацепился курткой за дерево, его сняли. Он отряхнулся, пошел и говорит, какая только глупость, за 5 минут в голову не придет. Вот так, так же и люди. Десять прокаженных очистил Иисус Христос, только один пришел, поблагодарил. Я думаю, что, наверное, Господь вложил свои слова в мои уста. Может, хотел обратить мое внимание на него, наконец. Сколько я вот так буду блуждать, мучиться сама, что-то делать. Я сказала, Господи, если ты есть, найди мне сережку. Я не понимаю, да сколько буду проповедовать, наверное, я буду удивляться этому. Знаете, на том самом месте, где я проползла по Пластунской, где была вот твердая земля, она даже никуда не могла забиться в пыль, лежит моя сережка. Вы думаете, я сказала спасибо? Нет, я даже не поняла, что это была молитва. Я ее схватила и побежала дальше по своей вечной жизни.